have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Привет-привет. Да, Roblox вернулся, Roblox, ребятки, на ваших экранах. Начинаем мы с куска акулы, кусок акулы 2, собственно, Shark Bite 2. Решили начать наше эпичное возвращение Roblox именно с этой игры. Посмотрим, что там будет дальше. Мы, в принципе, в Roblox играли потихонечку это время, просто что не записывали по неким обстоятельствам, но вот природа настолько очистилась, что Roblox вернулся на канал. Итак, что у нас тут, кстати, новенького завезли? Давай, ты, по-моему, немножечко больше шаришь. Вроде завезли новые лодочки. Две новых лодочки, которые стоят сумасшедших денег. Лодка-вечеринка, там, где, походу, должна быть кнопочка для вечеринки по виду. И там музон должен играть. И чувак, круизный корабль. Гонится. Ну, Титаник. Я хочу купить... Ой, стреляй. Да я-то стреляю. Стреляй. Маневрируй. Маневрируй, чё тебе, блин, непонятного? Понятие. Спасибо, меня схавали. Оно воздух нас сломало, я не понимаю, как так. Нет, я видел, что она нам съела лыжу. Давай хотя бы отсюда. Так, минуточку, а какой ты там говорил 100К, как он пишется? Прям с большой буквы К, с маленькой, как это? Просто 100К. Большая К. А почему мне не включается? Ну, в следующий раз птичку включишь. Нет, я хочу ввести код. А К большая или маленькая? Большая. Ладно, у меня это пока что не работает. В общем-то, вроде как... О, можно свою лодочку добавить название лодки теперь можно. Прикольно, прикольно. Так, 37 зубов. За это я спасибо. Хочу... Мне накопить еще 1500 зубов, и я куплю утка-марину. Утка-марина. Марина, берегись. Подводная утка. Так, спрятанное яйцо, золотое яйцо. Опасное яйцо. Кстати, опасное яйцо у нас, по-моему, вот этот вот скинчик, он был в Shark Bite 1, если я правильно помню. В каком-то году было, в древнем 18-м на Экханте. Истер Рейн, да-да-да, Истер Рейн, конечно же. Кто акулы будет? Чернее. О, фу, а я уже подумал. Короче, я не знаю, почему мне не работает эта фишка с... А, мы с тобой в одном пати так и остались. Ой, спасибо тебе огромное, игра. Они наконец-то сделали эту фигню. То есть, если ты в пати с кем-то, тебя не выкидывает. Это прям офигенно. Это прям офигенно. Мы на вот этом поплывем? На Драугре? Да, давай поплывем на Драугре. Хорошо, поехали. Истер Рейн. Дайте код ввести, люди. Нет. Есть. Это за тени огромные. Это видишь? Не знаю, я это вижу, но я не знаю, что это. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. О, вон яйца. Погоди, вопрос, яйца. Где яйца актуален, как никогда. Лови их. Погоди, их, походу, нужно человеком ловить. Стой. Стой. Попробуй ты это яйцо, которое близко. Давай. По ним надо стрелять? Я не знаю, я попробовал, но... Не, в смысле, хотел попробовать, вытащил пушку, но не стрельнул. Акула, акула! Сзади нас! Где? Не знаю. Ну, музыку слышишь? Слышу. Очень их слышу. Очень слышу. Она прям под нами. Я пробую стрелять по яйцам, но не получается. Что за яйца? Что с ними делать? Хорошо приготовляется. Что ты? Зачем ты? Куда ты? Я не знаю. Не утопи нас! Я не хотел! Чёртова лодка! Сейчас я все исправлю. Или мы задохнемся? Мы не задохнемся, чувак. Вижу, не задохнемся, потому что акула ливнула. Всем по 100 зубов. Всем по зубам, да. Ничего себе. Дайте код ввести. Такими темпами я очень быстро получу подводную утку. Офигеть, смотри, какая тут штука. Ха.
Где? Ну, ну о, там, там вот это где. Да. Там, да. Смотри, это чувак, у которого 23% шанс, он не станет акулой. Ты стал акулой, поздравляю. Нет! 5%, да. And the winner is... получается, я с тобой не в пати. Ладно. Эхе-хе-хе. А помнишь, у меня была... А как мне... погоди, а выбрать лодку можно вообще? Выйди из пати. Я не могу. О, нет. Я оказался на твоей лодке. О, нет. Эйприл, о, нет. Я акула. Терем. Умнорылая. Воу-воу-воу-воу-воу! Офигеть! А я уже летаю. Таким хорошим управление стало. Свали от меня. Хорошо. Ау. Чувак, теперь это все от третьего лица. А, теперь за тобой. Теперь ты таскаешь. Оу. Ты что, на мне подлетел? Да. Теперь ты таскаешь за собой утенка, прикинь. Я вижу. Блин, у меня скорость просто бесится. Там до 15 тысяч доходит. Блин, они так испортили управление. Раньше вся фишка быть акулой была то, что управление непонятное и очень сложное. Сейчас тут третье лицо, удобно все. Все понятно. Испортили. Не классно. Обломки. Кстати, на обломках можно сидеть? Можно. Можно посидеть, отдохнуть. Хорошо, красиво. Блин, больно, хватит. Так, где ты там? Не вижу тебя. Гоняй, а, вижу, вижу, вижу. Я что ли? А? Твоя лодка? Нет, я свою уже сломал. Вернее, твою сломал об тебя же. Так, где еще чувачок? Не смог сбежать. Интересно, какая дальность? Вот чувачок. У тебя 820 жизни осталось. Ладно, ладно. У меня еще 3 минуты. Ты убил Куби. Куби, Куби. У тебя, в принципе, достаточно времени, да, еще 2,5 минуты. О, так, у босса убил. Так, кто это там в воде катается? О, у босса нашел опасное яйцо. Ты его убил, но он нашел опасное... Погоди, опасное яйцо, это... Нужно поймать. Может, яйцо у тебя... Может, яйцо, которое у меня? Да-да-да-да-да, возможно, то яйцо, которое у тебя на хвосте, его нужно схватить. Ну-ка, плыви ко мне. То ты где, кстати? Я на разбитой лодке. Слушай, вперед, вперед, вперед плыви, вперед плыви. Да нет, нет, я хочу найти еще. Ладно, выигрывай, все, давай, я подожду. Может, я все-таки код введу? А? Код, код, код ты введешься или нет? Нет, код не работает, хотя мы знаем, какой код, но он не работает. Ой, это печаль. Хорошо. Увлекательнейший геймплей. Пойду, кстати, пока что поплаваю тогда. Посмотрим, что у нас на дне поменялось, что-то не понятно. О, тут моя пачта тонет, мачта тонет. Рыбки. О, я вижу, как кто-то плавает. Это я. О, ладно, разрешайте взять яйцо. Так и надо, чтобы ты сюда подгреб. Бери яйцо, и потом я тебе схем. Сейчас, погоди, я не вижу, где... А, вон вижу, где... Стой. Она сама. А что я должен с ним сделать? Я не знаю. Может, это чтобы чувачков приманивать? Давай, я на тебя это яйцо. Да, я получил опасное яйцо. Ну, ням. Эй, ты был последним. Акул победил. Ну, хорошо, ладно, тогда не жалко. Что-то за яйцо получил. 150 зубов тебе дали. Не знаю, надо будет посмотреть. Это... Тут, кстати, написано в менюшке. Эй, ты получил скин. Doubt behind the shark on the rope. Good luck when the Easter boat skin. Хорошо, ты у нас что? Find one golden egg launcher in the bonus round. Это в бонус раунде. Hidden away somewhere in the map. Win. Ты будешь акулой. Win the flaming egg pole. Ага. А, чувак с 20%, это понятно. Да. Хотя из 38. 38! И он такой сидит уже. Прикинь, если бы я стал акулой. Так. Мне 0%. Вообще без шансов.
О, утколёт, ну давай. Да, у меня других лодок нет, вот в чем дело. Я почти накопил на уткомарину. Крек! Мы вас крекнем! Так, надо найти... Золотой мы здесь не получим, здесь можно найти обычные. Ну-ка, сейчас чекнем. Если я успею стать акулой, то ты тоже получишь этот скинчик, было бы неплохо. Слушай, это как-то нечестно. Почему нечестно? Вот там лодка пати, давай на вечеринку. Давай, на вечеринку. Мираж у тва. Лодка пати. Копать эту лодку. Это выглядит классно. Почему тут не Sandstorm? Ладно. Залезай. Да, давай. А кто тут рулит? Некий Феликс. Эй, мы танцуем. Привет, Феликс. Да, когда ты находишься на дэнс-флоре, то... А я могу поменять музон? Что с моими руками? Попробуй походить. О-о-о, погоди, кубики цветные стали. Ой, руки стали. Сломались. Я танцую, мне нормально. Где? Вот тут, иди сюда, наверх поднимись. А, там и можно наверх, ну-ка. А у меня руки сломались. У-у-у. Ты видишь мои руки? Что ты сделал? Зачем ты так сделал? Ой, поехала. На уточку садись. На уточку садист. Сел. Все, отдыхаем. Это самый парень из страшного кино, который съёт свою руку курицу. Да-да-да, кстати. А, вот это жизнь. Какие акулы, какая опасность. Вы чё, вечеринки? Блин, надо посмотреть, сколько эта штука стоит. Мы тусим много. До утра! Смотри, эта штука стоит 10 тысяч зубов. Так, ну это нормально, в принципе, у нас есть штука зубов. Еще каких-то денег. Я вообще коплю на 3, это... Короче, 3 штуки мне надо. У меня 1747. Ну, блин, ну я не знаю, что может быть эпичнее, чем это. Надо будет посмотреть, какие новые корабли добавили. Но вот это вот, блин, рассекать на таком... У меня была туристическая яхта в первой части. Вот это, мне кажется, офигенная замена. К тому же так. Это катамаран, к тому же... Ну, блин, не знаю, это прям тема. Ребят, пишите в комментах, что вы думаете про эту лодку, как она вам вообще. Хотели бы вы видеть видео на этой лодке? Вот тут какие-то нищеброды потеряли свой корабль. О, акула! О-о-о-о! Вот почему я говорю, что катамаран — это тема. Так, что тут по лодкам? Круизный корабль за 100 тысяч зубов. Субмарина, настоящая, за 25 тысяч. Военный корабль за... У нас один движок тысяч. Остался, между прочим, и чувак сидит практически на воздухе. Чувак реально на воздухе сидит. На соплях. Высунься! Я по тебе постреляю. Слушай, я вижу это яйцо, как акула за нами гонится. Попал 2 раза. Воу! Зачем ты так? Чувачок, ты что? А мы сами поедем, понял? Да как. Слушай, я не попал-то ни разу? Она нас не замечает! Нет, меня съели! Беги! Ой, я нашел яйцо. Блин, я успел по нему пострелять. Но пока я сидел головой вниз, я успел по нему пострелять, несколько выстрелов сделал. Ладно. Ну там 20 секунд буквально оставалось. Ёпарасота, я чуть-чуть совсем. Never gonna give you up. Ладно. Ах ты. Ах я. Первый Sharkbait лучше. Не знаю. Честно говоря, Мне второй нравится. Я не могу сказать, что он какой-то не такой, или что у нас тут меньше всего, потому что мы меньше в него играем. Естественно, у нас меньше куплено всяких интересных вещей. А че-то мне дали только 50. Я занял первое место, хоть и сдох. Неплохо. Так.
О, посмотри на Луну. Это Немо. Это Немо в 3D очках. Что здесь происходит? Игра, ха-ха, прекрати. Дайте поиграть за акулу. Как солнце выглядит. Почему Мистер Рейн. Давайте отмените голосование, хочу посмотреть на солнце. Мистер Рейн. 38%, чувак с 37% сейчас выведу. Нет. Да. Меня возьмут. Да о, видишь, ну ладно. Как бы это же было логично. Я хочу побыть акулой, но было без шансов. Ну интересно, просто чтобы разнообразный геймплей, все дела. Так, тысяча зубов уже много. Есть. Чего есть? Лодок у меня нету. А что у тебя их нету, когда они должны есть? А если они еще и пить будут? Да ты что, нельзя так. 2000 надо и будут лодки. О, отлично. Вот. Давай, пошли рыбачить. Газовый баллон прихватил? Или там был баллон с кислородом? По идее, должен быть баллон с кислородом, по идее. Это кролик. Ушастая шоколадная акула. О, у нас и сиропу налили. Вон, чувак с дискотекой. Сиропа налили. Короче, я хочу попробовать взять это эмеральдовое яйцо. На абордаж. Оно пропало. Да, вперед. Оп. Опа. Давай быстро. Нет. Тебе что-то дали? Нет. Ничего не происходит. Давай залезай. Get in, loser. Не бибикай так страшно. Ай, ты. Ой. Да хорош. Я не могу двигаться. Блеватрон 3000, блин. Нам кусок чего-то откусили, отбили, не знаю. Давай, поехали. Нам отбили мотор. Нет. Мечку, ты попал в баг? Я попал в баг. Ну офигенно. Эх, вы яйца. Мы возле берега попали в баг. Супер. У нас слушай, отбился. Я возле... По-моему, если второй кусок лодки тоже отобьется, то мы поедем. Что со мной не так? Акула, тихо. Я в воздухе, не достанет меня. Что происходит? Я не понимаю, что происходит. Ты не понимаешь, я тут нифига не понимаю. У меня блеватрон какой-то, я просто кручусь, верчусь, запутать хочусь. Да блин, я плаваю. Я с первого лица блеватрон. Зачем ты... Эй, дредноут, стой. Ты жив? Да, я жив, но я пытаюсь залезть хоть на какие-то осколки. Я глаза закрою, что это вообще... Не надо, не катись на меня! Чуть не убил нафиг. Я поворачиваюсь, на меня катится пол шхуны просто. Ну тебя нафиг. Я вот вижу, как колбасит. Я продолжаю двигаться. Просто серьезно, я колупаюсь среди обломков. Шар смерти. Как это с твоей стороны выглядит? Потом посмотришь на видео. Это просто трындец. Я пытаюсь доплыть сейчас до вечеринки, если получится. У него еще пол лодки живых. Хотя 30 секунд. Акулу вообще никто даже не пытается трогать. Вы че? Бомбардмент. Что происходит? Я ничего не понимаю, что у меня происходит. О, тут можно стоять, и меня не видно. Нет. Не колупайся. Не колебайся. В смысле, стой. Ты мне? Нет. Тут это досточка такая, осколок. Я на него залез. А, я не пойму, что происходит вообще. Слушай, давай ко мне залезешь. Не получится. Нет, меня хотят убить. Неуловимый. Так, все вроде как. Ха-ха, пережили. 100 зубов. Нет, видишь, жизнь. В принципе, зубы здесь фармятся довольно-таки нормально, если по-человечески играть. За 10 каток я уже могу купить субмарину. Я хочу сейчас стать акулой, блин. Я хочу быть акулой. Ты потом прифигеешь от того, как они испортили управление. Хочу прифигеть, да, давайте, дайте, пожалуйста, две. И мне одну прифигеть оставь. Инфекшн, нет, Истер Рейн, давай, Истер Рейн. Забывал этот Истер Рейн. Истер Рейн, да. Че я там волнуюсь про авторские права, нафиг. Че это у тебя 20%? Человек, у которого 0% выиграет.
Тогда я подожду немножко. А хотя ладно, давайте. Я думал немножечко остановить запись до того, как мы станем акулами. Я стану акулой, но нет. Ладно, значит, сегодня вы не увидите акулу в моем исполнении. Ахаха. Давайте тогда еще одну каточку, последнюю на сегодня. Посмотрим, что... Ты что взял? Эту? Кого? Где? Я взял самую базовую лодочку, потому что мы на ней не катались еще. Да, давай, хорошо. Что это такое? Это буй. Буй. Так, кто-то обоссал. А, вот он, собрался. А ну, соберись, тряпка. Кто обоссал кролика Роджера? Кто обоставил? Ой, я вижу акулу. Все ее видят, она подсвечивается. Давай на вечеринку. Не попади, пожалуйста, да, давай на вечеринку, только не попади, пожалуйста, в баг. Я знаю, ты умеешь, ты это мастер, ты прям, да, супер бомбастер, но, блин. Баг. Мы не успеем. Я на лодочке. Лезь сюда. Нет. О, акула у меня. Ой. Зря. Стой! Не вижу. Стой, спаси! В смысле, спаси? Я решил запрыгнуть на лодочку-вечеринку. Я на дне нашей лодки постою. О, лодка-вечеринка, привет. Да в смысле, я не попал. Ой, баг! Баг или бах? Ебак. Ты там смотри, баллы не начни получать. Электронные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Истрейн, блин. Так, я все еще жив. Ну, с чем я тебя, конечно, и поздравляю, но вот это вот метание яиц в ночном небе выглядит крайне эпично, как будто метеоритный дождь, но с ним что-то не так. Так, иди на лодку-вечеринку. Как? Я ее даже не вижу отсюда. Ты издеваешься. Меня хотят убить. Нет, я сейчас умру. То есть идти к тебе, потому что ты сейчас умрешь. Ебак попал. Это вполне логично. Это яйцо Элвис? Чё, блин? Я, короче, просто в конец карты ушел, все. Ушел сам. Я улетел. А что это за красное яйцо? Эй, это спрятанное яйцо, которое в бонусном раунде. Бери. Оно очень далеко. Красным подсвечено. Не вижу, я его даже не вижу. О, чувак пытается меня спасти. Спасибо. Возле лодки вечеринки. Меня спасли. Кто-то на баркасе подобрал меня. Блин, я за 20 секунд не успею доплыть до этого яйца. Оно такое редкое. Всего лишь 1%. Радуйся, что акула не тебя жрет. Нет, я не успел дойти до яйца. Че, я попал в акулу? Ну-ка. Не кидайся! Да перезарядись ты, я не ту кнопку тыкаю. А я выиграл. Фух, ладно, акула побеждена. 100 зубов. 150 зубов. Красиво. Ладно, ребятушки, думаю, на этом тогда будем сегодняшнюю серию заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда.